Наркомания – серьезная проблема во многих странах. Наша не стала исключением. Среди наркоманов нет стариков. Они умирают молодыми. Редко кто доживает до 30-35 лет. За последние 5 лет в нашей стране зарегистрировано более 600 случаев летальных исходов среди наркозависимых, состоящих на учете. Немалая доля смертей связана с передозировками. Наша страна на протяжении последних 10 лет активно проводит борьбу с данной проблемой. Противодействие незаконному наркообороту и связанной с ним наркопреступности определено главой государства одним из приоритетных направлений правоохранительной деятельности не только силовых органов, но и всего государства. На сегодняшний день в Беларуси растет статистика по торговле и употреблению наркотиков. Среди несовершеннолетних преступность выросла практически в 3 раза, что вызывает особую тревогу. Основной мотив – желание быстро заработать легкие деньги. Абсолютно все молодые люди были уверены в своей безнаказанности. Относительно нашего региона, то не все так благополучно, как хотелось бы. У нас не было фактов отравления психоактивными веществами и наркотиками, не было фактов совершения данных преступлений несовершеннолетними. Однако в 2021 году произошел рост выявленных преступлений, рассматриваемой категории с 28 до 40, в том числе фактов сбыта наркотических веществ, психотропов, марихуана, синтетические наркотики. В том числе совершение данных преступлений группой лиц. К уголовной ответственности чаще всего привлекаются простые потребители. Так ранее судимый 42-летний житель деревни Кирова осужден на 3 года. Все потому, что он нашел на пустыре вблизи своей деревни, сорвал и незаконно хранил дикорастущее растение рода каннабис, которое относится к опасным наркотическим средствам – марихуане. 34-летний житель деревни Квасыничи из-за марихуаны лишился не только свободы, но и собственного мотоцикла. 35-летний случайнин в лесном массиве Минского района приобрел особо опасное наркотическое средство метадон. Итог – ограничение свободы сроком на 3 года и конфискация автомобиля как средство совершения преступления. Как видите, последствия очень серьезные и не только для здоровья. В 2021 году возбуждены 2 уголовных дела по фактам сбыта группой лиц путем закладок на территории города Слуцка особо опасных синтетических наркотических средств. Данные преступления были выявлены сотрудниками УВД. В настоящее время ведется расследование. Хотелось бы заострить внимание на то, что независимо от возраста и социального положения, за совершение данных преступлений, которые относятся к категории тяжких или особо тяжких, в зависимости от квалифицирующих признаков, в Уголовном кодексе Республики Беларусь предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 15 лет. Хотелось бы предостеречь нашу молодежь от подобных негативных намерений, настроить на законопослушный и здоровый образ жизни.